Здрасте. Только что думала, что записала 5 минут видео. Оказалось, что нет. Ну, в общем, сегодня планы у меня на обед. Мне нужно сбегать в пару мест, потому что у меня как-то встреча в час. И мне надо успеть все купить и покушать к тому времени. Первое место, куда я сейчас бегаю, это Dollar Store. Опять. Мне нужна желтая бумага, чтобы сделать подсолнухи. И я забыла ее купить. Я не помню, есть ли тонкая бумага, как мне нужна в этом Dollar Store. Ну, посмотрим. И мне все-таки нужен клей. Другой. Я чувствую, что мне придется перейти на hot glue. Слава богу, он у меня есть. Чтобы приклеить картон. Я вчера так и не закончила бар. Потому что я умею придумывать себе работу. Конечно. Вот это вот объем, который я делаю, это в два раза больше работы. Даже в 2,5, потому что резать картон и резать бумагу не одно и то же. И вот плюс... Клеить потом это все тяжело. Я вчера на крыше, в конце концов, сдалась, и все швы я обработала скотчем, потому что слишком долго возиться бы мне пришлось. Параллельная покупка. Не совсем параллельная, потому что куча места. Но я провтыкала въезд, поэтому теперь мне надо... Заехать задом. Так. Оп. Ну, прямо под магазин. Удачи, так удача. Чудно. Ну вот. Приехали. Ты в шапке, солнце. Гоглс. А собачку потом? Да. Давай. В общем, мы приехали в магазин. Это солнышко не хочет смотреть. Да? Я как-то должна ходить туда. Не окей, да. Мы померились. Да. Что такое? Подцепить? Третью ногу? Да. Да? Так она двух хорошо держится. Ви. Мы померились. Говорили барыш. Уи! Ну. Thank you.
Страхуйте, страхуйте. Держи, держи. Так, кто справляется с состоянием барышни? Вот, она сегодня без обезболивающих. И, в принципе... И, в принципе, уже ползает. Что такое? Давай, я тебя посажу. Мама! Владимир успеет спящего папу. Ну, я так чуть-чуть развернулся. Вы лучше расскажите, как вам ездить на велике зимой? Вот жена мне мороз. Купит, жена мне купит с дня на день новую резину. Да ладно. Ага. Вы думаете, что погода продержится достаточно долго, чтобы вы на ней успели покататься? Не, ну я в любом случае на нем буду кататься. Ага. Я с Дэвом пообщался. Ничего, что я к вам спиной. Ну вы можете, в принципе, повернуться. Да. Короче, он говорит, что можно спокойно кататься по этим... По гравийным дорогам, не сильно проездным. Сейчас вот, давай, Хаш. Ну и я ж не зимнюю покупаю, я покупаю как бы к лету, чтобы расширить свой кругозор Манитобы. Ну и это можно... Мамуля тут-тру-тру-малыша. Вопрос мой, который вы, собственно, проигнорировали. Я папуля тут-тру-тру, был... я папуля тут-тру-тру. Больше мороз и ветер. Тут-тру-тру, малыш, малыш. Не, ну, на работу, скажем так, скользко. Когда скользко, то, понятное дело, не поездишь. Когда ветер, но опять же, ветер должен быть в лицо, чтобы он мешал. Во все остальные направления он как бы сильно не мешает. Ну, а мороз, ну, минус 10, я налегке еду. То есть, там надо просто одеваться лучше. Что тебе дать? А что тебе надо? Что еще? Еще раз краску? Сейчас дам. А вообще мне колеса нужны в основном на гравийку. Поэтому тут у нас есть где по гравийке покататься. Ну да. По красивой. У нас же Манитоба мало дорог асфальтированных, зато куча всяких не асфальтированных. Угу. Ну как-то так. Это я вам сейчас время занимаю, потому что я сегодня ничего не снимала. Пепа, Пепа. Папа, вам придется раскрашивать. Давай Пепу рисовать. У нас же что-то начальство новое ходило знакомиться, и мы провели полдня во встречах, вторую половину я вырезала подсолнухи. Чего? Поэтому снимать было нечего. И некогда. У нас уже конец дня, я жду. Давай. Когда мы положим барышню спать. И продолжу вырезать. Мы на самом деле еще даже не знаем, будет ли у нас день рождения в субботу. Мы вроде как решили, папа, что будет в любом случае. Потому что барышня быстро поправляется, но... Папа, такое, у нас еще у детей, у знакомых дети болеют. Поэтому у нас может не быть гостей на день рождения. Но такое. Ну, завтра решим. Да, надо завтра решить. Завтра начинает печь наш торт. Поэтому надо определиться. Как вам сакуэ вообще? Прогресс на лицо. Миу, миу. Ку-ку. Ку-ку. Сильно торопись. Давай, кидай папе. Уиу. Когда я творю, это бардак. Я почти закончила. Все-таки вчера не получилось. Надо еще окно добавить. И вырезаю забор. Обязательную часть всего этого мероприятия. Да. Ну, что я вам скажу, умею я придумать себе работу. Почти вот все готово. И я умудрилась провести не там линию ручкой. Шикарно. Ну, сейчас попробую ее стереть лезвием. Когда-то это получалось. Вот. Эти линии надо еще навести карандашом. Но у меня дома нет подходящего карандаша. И я
очень не горжусь вот этими линиями, этим скотчем. Ну, блин, собрать эту штуку вместе так, чтобы она еще сидела там, где мне надо. Это был, конечно, тот еще квест, поэтому уж будет как будет. Не знаю, лучше так или хуже. На фотографиях явно будет смотреться лучше. В общем, я до завтра подумаю. Нет, нас. В общем, 10:30 барышня, дай бог, улеглась. До сих пор было непонятно. Надо проверить. Я вроде как закончила бар, забила на забор. Я его по новой распечатаю, пусть будет из бумаги. Вот. Потому что с этим картоном его невозможно резать. Он такой толстый. Я думала, мне как раз нужно будет для объема. Но, блин, его невозможно резать. Я заманалась. Поэтому будет из бумаги. Я, с вашего позволения, влог смонтирую завтра, потому что я хочу спать. С позволения. Да просто смонтирую завтра, да и все. Вот. И в довесок ко всему я еще хочу уговорить Владимира намазать мне спинку. Вольтареном. Потому что у меня отваливаются мышцы. Отношения барышни на руках. 3 дня подряд. У меня там прям вообще звездец. Не знаю, как я буду спать. Завтра Паула. Она мне явно не поможет по этому вопросу. Вот. Еще я хотела сегодня сказать пару слов о том, как мы относимся к медицине канадской с учетом того, что мы были здесь, и это с нашим ребенком произошло. Но я сейчас ничего умного все равно не скажу, поэтому будет завтра. Вот. И все на этом. Мы увидимся в следующем году. Пока-пока. Пока-пока.